Say nothing's gonna keep us apart. My body gotta be where you are, you are. Мы сегодня получили небольшую посылочку. Наверное, бомбочки для ванной, да? Да. Ух ты. Они разные вкусы. Вкусов. Запах. Ой, как пахнет ванилька, правда. Ух ты, вообще вот нереально. Ну-ка, давай откроем, посмотрим, что там за бомбочки. Слушайте, они такие ароматные. Такие классные. А это чем-то вкусным пахнет? Я не пойму, чем это пахнет. Ну-ка, покажи. Вот такие вот бомбочки. Ваниль. Ванилька, да. И держи. Разные запахи, здесь 6, видите, разных бомбочек. И мне понравилась очень красивая, да, такая упаковка. Угу. Прелесть. Ссылочку на эти бомбочки мы оставим в описании под видео. Это мы уже получали от этого интернет-магазина, да? Да. New Chic интернет-магазин. Да, мы уже получали, кстати, очень хорошие там вещи есть. Можно что найти в этом интернет-магазине интересненького. Так что ссылочку, в общем, оставим в описании под видео. Заходите, смотрите, может, что понравится, себе закажете. А я вечером, наверное, себе бомбочку одну. Морская. А эта штука, это морская, океан, ваниль, роза. А вот это что такое? Лаванда. Лаванда, да. И это... Жвачка. Ой-ой-ой. Всё, я вот, давай откроем, и я вот эту сегодня, наверное... Нет, ты розу будешь. Там нет, я розу не хочу, вот меньше всего. Нет, розу. Вот роза это твоя. Мне нравится вот или ванилька понравится, кстати, лаванда тоже будет. Ох, ну-ка, я понюхаю. О, слушай, они все классные. Я, наверное, знаешь, это или лаванду, или вот эту. Ну ладно, если это твоя, тогда лаванду или ванильку. Ладно, мы сейчас будем завтракать. У нас сегодня на завтрак булочки, буше с малинкой. И будем сейчас делать кофе. Будем пить кофе. Папа у нас опять сегодня захотел на завтрак яйца, я отварила, и хлеб с маслом. У нас еще яблочки остались печеные с медом. Лика сейчас чай будет наливать себе. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Мы сейчас снимаем видео на Милашкин канал, мини-шоу, сейчас в кинотеатре. Лика где-то там должна бежать. Поэтому интересное видео, заходите на канал мини-шоу. Ссылочка в описании под видео. И подписывайтесь и смотрите. А вот Лика. Лика что-то ищет. Но мы не расскажем, что и кого, и что. Миланка сейчас на детской площадке. Мы зашли сейчас в продуктовый магазин. Я хочу сегодня сделать на обед мясо по-французски. На поздний обед? На ранний ужин? Ну, потому что мы не успеем уже. Да. Ой, подождите, мне нужно еще средство для ванны. Мы мимо прошли. Ты чего, Лику, смотришь? Не, мне не такое. Мне знаешь, что нужно? А мне вот эти вот нужны средства для ванны. Ну, давай, Милаш, открывай. Давай, начну. Подожди. Свой свитбокс. Не так. Там пакетик. Это мармеладик в пакетике. Фладершай. У нас есть такое? Нет. Я так думаю, что... Да. Она желтая. Желтенькая? Еще может быть Applejack? Нет. Да, это Фладершай. Ну хорошо, хоть не повторка. Мама, у нас таких нет. Да. Ну-ка. Ой, какая она красотка. Вот какая... Да, посмотри. Посмотри. Уже правда красивая, да? Угу. Посмотрите на глазки. Как... На глазки? Ой. Красотка. Вот такие вот, да? У нас практически вся коллекция поняшек бархатных. Ну, красотка, Милаш. Да? Твоя поняша. Чего? Твердючие. Мармелад мне тоже здесь не очень нравится, он не очень вкусный. Ладно, все девчонки, потопали.
А мы снимаем видео в детском магазине. И Миланка вот в такой школьненькой одежке. Класс, тебе нравится, Милан, такая школьная одежда? Ты хочешь первый класс? Но нам еще не скоро. Еще года 2-3 нам до этого. Ладно, пойдем, Милаш, дальше будем снимать видео. Ой, какие тут красивые книжки. У нас тоже дома много интересных. Дюймовочка, сказка. Она поет. Красивые книжки, Милаш? Русалка. Да. Класс. Мила, что ты делаешь? Вытираю квартиру, чтобы да написать. Вытираю пыль в квартире. Дана к нам сейчас придет. Милана готовится гостям. Моя хозяюшка одела ушки, ободок, хвостик у Милашки там, вот он хвостик. Везде наводит красоту, чистоту. Дана, да, придет сейчас? Будешь играться с Даной? Да. Лика, ты что делаешь? Монтирую. Монтируешь? Здесь. И вот здесь, да, все повытирать нужно. Молодец. Сейчас Дана придет, Селена, будем чай, кофе пить, да? Да, Лик, тебя тоже там пыль, надо пыль вытереть. Не вон, тряпку грязную. Давай, Мила, тряпочку, ты умничка, дай я пойду ее помою. Уберу. Танец. Танец. Потанцуй. Хвостиком. Вот так, вот так. Оп! Так и должно быть, все нормально. Да, главное не растеряться. О, Дана пришла, Милаш. Сейчас. Сейчас еще и не убираю. Бегом, 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 бегом. Ребят, мы пьем, скажи, чай. Кто кофе, кто чай. Кто конфеты, кто пирог. Всем приятного аппетита. Я единственная, которая пьет чай. Да, мы все пьем кофе, да. Милашка, ты будешь чаек? А? Да. Сделать чаек? Ты все, Лика? Ну, сейчас эффект музыка. Че там, Лика, сегодня звонили, когда вам в школу нужно идти? Ну, у нас медосмотр 30-го будет. И сегодня, оказывается, ну не сегодня я об этом узнала, я об этом узнала еще в начале каникул, но я совсем про это забыла, если бы мне сегодня не позвонили, не напомнили, я бы никуда не пошла. Но у нас будет какой-то там флешмоб, я, честно говоря, еще сама не знаю, когда и где он будет, но якобы будет какой-то флешмоб, и нужно там будет участвовать в нем. 10 человек с класса. Одни девочки или мальчики? Нет, и мальчики, и девочки бывают. А кто же у вас из мальчиков, кто-то танцует хорошо? А то из девочек кто-то хорошо танцует. То есть на это... Там есть девочки, которые хорошо танцуют, но не все. Но не все, да? Конечно. А то особенно я. Я так хорошо танцую. Один раз ходила на танцы. Два. А, да, два. Два. Мы один раз с Ликой сходили в Пятигорске на танцы. А второй раз здесь. Лика сходила на... Нет, Лика, ты два урока была. И на третий ты сказала, я больше не пойду, мне не нравится. И один раз здесь мы переехали, когда в Санкт-Петербург, на один урок ты сходила, сказала, больше я не пойду. Да. Вот так. Поэтому Лика будет завтра выплясывать. Не, не завтра. Не завтра, послезавтра. Послезавтра. Выплясывать. Да. Вот так вот, ребята. Ну, понятно. Спасать. Так и для чего это? Где это вы выступать это будете или что я это? Я не знаю. Нам сказали, что будет 1 сентября на День города. Я, честно говоря... В смысле, на 1 сентября День города? Ну, вот, я тоже этого не поняла. День города не 1 сентября. Я тоже так думала. Но потом мне сегодня подружка говорит, что День города 1 сентября. Может, это мы путаем, забыли?
Я вот что-то тоже не врубаюсь. Так вы где-то будете прям танцевать? Это не в школе или я в школе? Я не знаю, вообще не понимаю, где и что. Ну, узнаю. Я так думаю, что в школе. Просто как бы, ну, от школы какой-нибудь, не знаю, концерт, представление. Я не знаю, что будет. Ну, а почему именно вас выбрали? Нет, надо с каждого девятого, нынешнего девятого класса, ну, который будет сейчас в девятом классе, взять по 10 человек. То есть 30 человек нужно. А почему именно вас? Вы не просились, не напрашивались? Я вообще просто учебник пошла сдавать, мне такой учительница такая ловит. Ой, Лика, ты знаешь, я тебя записала. Ты будешь в флешмобе участвовать. Я такая, понятно, классно. Ну, может быть, это вот кто участвует, девочки самые высокие в классе или нет? Может, просто повыбирали более высоких? Ну, может. Не знаю. Ну, вообще кого-то называла, как бы, девочки высокие, да? Ну, да. Ну, я не знаю, кто будет. Там есть одна девочка, которая, ну, как Вики сказали. Как сказал классный руководитель, то, что она там назначила одну девочку, которая должна, ну, набрать коллектив, который будет участвовать. Только с вашего класса? Да. Но классному руководителю никто не отзвонился, поэтому она... На свое усмотрение. Да. Ну, сказала то, что мальчиков я беру на себя, а Вику попросила поговорить. А вопрос, а кто вам будет танцы показывать, движение? Классный руководитель? Не знаю. Я бы очень хотела на это посмотреть. Если можно, Алика, влог, пожалуйста? Можно. Только не танцы. Ты нам организуешь это? Да, я организую. Кто за, ребята, пишите в комментариях. Кто хочет влог... с Ликиной репетиции. Я вам организую, но... Не обещаю, да, что будут именно танцы? Да. Но мы будем ждать. В общем, пишите за, кто хочет. За и против. Да. И мы поймем, стоит ли Лика снимать. Но мне бы было бы очень интересно. Ладно, все. Интересно, да, тебе было? Очень интересно. Конечно, интересно посмотреть, как танцуют. Так. Ку-ку! Так, ладно, я монтировать. Всем пока. Пока.